Ну пошли, начинаем. Квест станет в центральном Да звуки-то вообще пространстве. нет у меня. Думали, что одолели С нас. собой там что? Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Дарсанан был доставлен недоразумением. Ну, Куве, ты где? Ну что у тебя такое там? На единичку, я же тебе объяснял, темную власть поставить. Геру? Какая Гера, ты с ума сошел? Выхри разбежались, выхри. Вот, смотрите, как дамаг вы получаете. Роги, для вас, внимание, блядь. Есть такой, такая способность, называется ложный выпад, по-моему. Вот она снижает вот этот дамаг этого вихря на 50%, представляете? Вы не умрете на притяжке на синдре. Да в курсе, в курсе. Если с ускользанием врубается все. Да, спасибо. Бесеть это точно, точечно. Точно его бьем. Кинетика, твою мать. Моя чаша полна. Сука. Отводим, отводим. Дима, отводим. Да кого, куда-нибудь. Кого не отводите, блядь? Люди, третья кинетика подряд. Вы что, ебанутые? Понял, да, как тут танчик? Цель появляется, все ее бьют. А типа около пустой хп. Кинетику поднимайте, две кинетики, пожалуйста. Три. Но только как он ДК, он будет келя танчить обычно. Кинетика. Да блять, они не видят, да? Что вы, сука, дайте звездопад. Ну вы что, блядь? Как ты кастишь мне эту масоку? Вторую подбивать. Или они быстрее падать стали, или это чё, блядь? Ману, ману! Маны шаман, назовите. Что вы, имера ни одного нету на КД, быстренько отдали ману. Выхарь. Спасайтесь, кто может, группы. Вот, смотрите, нормально. Вор, походу, ложный выпад продай, да? Да, конечно. Вместе с ускользанием. Ускользание не надо. На всякий случай. Там что-то промахи пойдут. У меня просто на макросе стоит, и я перед этим затупил, не заюзал. И кинетика за пределами комнаты падает. Лучше пусть падают кинетики. Притягивайте кинетики все вниз, они блядь, ну так лучше, да, быстрее убьем. Слава, ты не понял, она вне комнаты падала, понимаешь? То есть за дверь ее. А че мне килисет убил? За что? Сейчас меня кинул. Я вообще охерева, взял ебанул меня 60к, блядь. Сука, иди отсюда, друид, блядь. Я запомнил твой ник, блядь. Понял, да? Без ролла глушить тебя. Все, катушка упала? Нет, спал, нет, не было ничего. Не упала. Воятель есть. О, катушка, нормально. Твою мать, на танк кошмар будет падать или нет? Ловите, ловите моба, че вы, блядь, стоите? Че вы стоите, идите ловите там моб. Вот, заменишь меня, можете приехать. А как у тебя? Манс, Аладдин. Сейчас очень опасно. Ребята.
чтобы тут не упасть, надо не агрить. Стоять всем, всем стоять. Вот смотрите, вот, блядь, мы с дудутипкой, ушел Рога назад, все ушли. Мы с дудутипкой контролим, я кружок, он контролит ромбик. Значит, дальше там еще тактик есть, вот его надо будет бить. Но сначала, сначала вы будете бить рослого, сейчас я ману отобью. Рослый это квадрат. Вот. Выбил катушку. Че? Все, ладно, давайте, всем пока. Удачи. Так, вот все сейчас стоят, еще ниже спуститесь. Мы сейчас контролим, короче. Мобы, которые бегут, все бьют квадрат. После квадрата треугольник. Вот, давай, дудутипка, на счет 3. Где, блядь, тут у меня скула нет? Раз, два, три, давай, контроль. Спустились вместе, спустились. Бьем сейчас все квадрат. Все бьем квадрат. После квадрата треугольник. Весь рейд квадрат точечно, никакого ауе. Треугольник выбрали. Треугольник продиспельте там был. Его, по-моему, нельзя здесь палить, кстати. Да, не справится это говно. Все, бейте. Потом крестик убирает. Крестик. Все крестики. Точечно. Так, за левый крестик будем увешать. Что ты откидываешь? Это ж мы сейчас на лану идем, да? Да. Ну мы, может, на лану не пойдем, давайте на Синдру пойдем, чем мы тут просто так все один. А то я не догадался. Плох. Сова, это там сарказм был. Спасибо. Вот тут, короче, танки, вы врываетесь, вас хилят. Есть кто там желающий в рейд пока что? Нужно бить точечно сначала звездочку, потом кружочек. Внимание. И только после этого убивать АОЕ. Никакого сейчас АОЕ скулу не даете. Танк заходим, хилы заходим. А ДК возьмешь? Да, апалладин. Не надо брать ДК. Хватит ДК уже. Ну могу ред. Давай. Сейчас 2 минуты. Ты там, надеюсь, на танка не ролишь? Почему меня бьет? Ну, ключка КД. Блять, заберите кружок. Да, я не убил. А, я встань, Сава, я бы забрал, честно. Вот теперь кружок все бьет. Нифига себе, сразу. Ну, мне нужно передать 3 укуса. Я буду стоять в стороне, ко мне будут подходить люди. Это нет? Херня. Это все, ну, это уровень. Буду знания. Сама подбегать. Уровень знания детского сада. Ну а что? Мне нужно передать 3 укуса. Давай, слушай. Троих укусить тебе надо. Херня это все. Укусить это, блядь, ну это ребенок знает, блядь, 5-летний.
Что тебе нужно сделать, чтобы ты сделал квест? Тебе нужно побежать с танком. Один танк ДК бежит, ты бежишь. А, зеркало, твою ж мать, да, зеркало, я должна поймать зеркало. Даже не только зеркало, а вот такая кровоточащая рана на тебе должна появиться. Если она, блядь, не появится, и танки будут тончить там, или кто-то всекать будет, или на кого-то это зеркало первое появится, ты не сделаешь квест. Мне придется сказать людям, что мы падаем. И им придется упасть, им придется прибежать и снова забафаться. Ну, короче, вы поняли. Либо вы дамажите тогда, когда я скажу, либо будем падать. Я все, я уже готова, я в танка спеке. Так, молодец. Где там Поклонский-то, где шкаф стоит уже? Так, что тебе, Вар? Последнее желание. Последнее желание. Меч предназначения. Спасибо. Башня ласточки. Так ты танка накрыли, ты чё? Двояк, более как стать. Вы упадете здесь, блин. Башня ласточки. Крещение огнем. Там друид хочет шапку. Какую шапку? Ну обмен дай. Ну как? Поклонский, ты здесь? Да, захожу. Ну давай. Накрыли, я квест делаю, я не танчу. Я захилю, блядь. Так, танчит КВ на Криэле. Поклонск, ну давай уже быстрее. Значит, смотрите, совы. Конскюрит Даксон, заливайте учителю. Сейчас, что тебе дать? Священный. Тусует, войт. Помнишь. Папа, блядь. Подожди, блядь. Давай, блядь. Так какой шлем, блядь, где он? О, который шприц упал. Не знаю. Кожа, он похож по виду на этот, на Т-10. Родовский. Такой... Блядь, тебя кто-то поет там. О, вот она отдал. Блять, выруби, у тебя кто-то поет песню там. А, это у меня малый мультик смотрит. Ужас. Какой кошмар. Короче, ушел, блядь, будет извращенец. Смотрите, какой негодяй. Смотри, КУВ, короче, ты здесь, братан? Йо-йо-йо. Значит, смотри. ЛПшка, ЛПшка, кровоотвод, ЛПшка, усиление рунического оружия и 3 ЛПшки. Все роги, все ханты напуливайте на КУВ сейчас. Ни на кого не напуливайте, только на него. Прям с пула это должно быть. Уйдите, сука, отсюда. Дураки, блядь. Шкаф долбите, блядь. Я спрятался в шкаф, смотри. Короче. КУВ. Так, сейчас объясню вам, что делать. Все стоят, я скажу, когда вам дамажить. КУВ, иди в звезду, встань. Ушли локи, все к шкафу ушли, все в шкаф. Встали. КУВ, Илина сюда подойди, где ты? Подошла сюда. Все стоят, значит. КУВ с Линой побежали, все стоят. Смотрим на Лину сейчас, внимание. Блять, ну, сука, КУВ с Линой побежали, блять. КУВ стоишь, почему? Давай, блять, ЛПшки, где? Отошла, Лина, на крель подходи. Есть. Ну все, теперь, как ты говорила, знаешь, да? Угу. Метку на меня поставь. Даксон, ты в РК? Ну да. Знаешь, кого кусить, да? Ну пусть подбегит. Я подбегу, скажешь, когда. Подбегит. Ну я вижу таймер. Я вижу таймер, я подбегу к тебе, когда будет время. Подбегишь. Алисен, ты можешь сейчас валить нахер? Милики, выйди с руки, узбек, ты вообще негодяй, блядь, вышел служи. Отведи. Что, да не надо ничего отводить, встаньте слева, блядь. Хилы на фул рейд держим, или я, блядь, вас разочарую. Слова, а кого кусать? По рекам кто-то смотреть? Похуй. Я подошла к тебе. А книжок кидай, кусай. Давай, ну я же тоже думаю. Просто озвучивай как Саш, без лишнего флуда, без лишнего говна. Хилим нормально.
Тала, уйди с центра, пожалуйста. Тала, ушел отсюда. Да, так ты думаешь, почему тебя в Геры нет? Не, еще 14 секунд. Бля. Там поставь антифер. А, уже, собственно. Ману войду залей, кто не заливал быстренько. Какие-то еще один, да и все. Дал еще. А где второй маг? Какой? Хочу его укусить, я его не вижу. Ладно, я укушу Дуду типа. Правильно. Два человека укусило уже. Да, Марден, можно я тебе следующий укус отдам? Выйдешь куда-то там влево? Сама его в цель выбери, да подойди. А я просто не могу. Все, выбрала, хорошо. А может стопните ДПС? Мне еще третий укус передавать. Сколько секунд? Мне 20 секунд до передачи укуса. Стопните ДПС. А ты успеваешь. 10 миллионов. Ты успеваешь. Окей. Все, передала. Дарила. Вы дураки, сука, сбегите с центра круга. Блин, извините, у меня к ЧУ было, и как раз на мне повисла эта дичь. Ну, лужа повисла на меня, она мне как раз к ЧУ было. Тихо, бля. Поэтому не мог убежать. Законтрольте меня, все укушенные были рядом. Эти боссы. Сделалось. Пиздец, все укушенные рядом, блять. Та человек прошел укушенный. Все, ролики щит. Идите на трэш. Печеньки, ура. Подберите, пожалуйста. Если там хпс, блять, по 9 тысяч. В смысле на лоб? Про товаром был. Да мы не коронова, да ей. Покорить или ролим две штуки первый порол. Так, маг. Это второй. А книжок. А, погоди, стой, это. А, тьфу, я тупанул, это обычно. Не надо. Другому дальше отдавай. Не надо? Не-не-не, отдавай дальше. А ты акушерке с гниля отдал? Кому-нибудь? А, не, надо. Надо, конечно. У меня очень нет. Я потом с Геры заберу Марден на второй сет. Какие проблемы? Марден и Ники щит передай. Это палу приоритетнее. Так, как у тебя ник кому там надо наручить? Археонт.
Ну, сова. Ну вот, пошли трэшить. Ну, я вот трэшу. Сейчас я подвижу. Танки, вы можете врываться, там учитель вас захилит. Гайду. Обнажите клинки, соратники. Фрейгулы насмерть будут стоять. А это вторую печеньку. Я отдал печеньку. Собирать реагенты для этого больного. Дайте, да? Спасибо, да. Так, у кого танк есть? На... У меня, я вот спекнулась. С кувей будешь танк. Иди, Нижок. Что учеба моя слышно? Смотрите в таргет. Лови. Только учите его кидайте. Давайте все звезду бьем. РДД милики, давайте звезду убиваем. Сейчас они местами поменяются, милики, перебежите. Милики, внимание. Прибежали милики с огня. Как дела у вас? Ну что в синей метке стоите? Все, дуру эту добивайте. Сейчас тоже надо будет звезду убить. Все бьют звезду. Быстренько звезду бьем, милики РДД. Они местами поменяются еще. С огня ледяного выйдите. Не надо будет. Сейчас только танки туда идут, никаких масс не даете, даете время на игру. Только танков хилю. Милики, вообще не заходите. Не заходите, милики вас сбреет всех. Там БЭш крутит можно. Как на БГ будет, короче. Умрете просто. Только танков хилим. Милики, вы отошли, РДД отошли оттуда, блядь, забирайте пока. Милики, идите бейте возле черепка моба. Милики, идите бейте, в кучу не заходите. Черепку, милики к черепку. Добивайте только вот. Все, уешьте. Сейчас я еще одного выведу полководца. Okay.
Сав, какие дыхания мне лучше всего споймать? На второй фазе. Ну, на второй фазе, а после первой взлетки. Мурсты приготовились, сейчас надо будет слить ее очень быстро. Чтобы на щиток не успел кинуть. То есть все на второй фазе ловить, да? Видно. Вы еще не дошли. После первой взлетки на второй фазе. Окей. Видите, бля, сейчас помогу жертву убить. По косарю смотрите, будет вкус. Если я вкачал владение жезлом. На 360. Блин, почти добили. Давайте копьё быстрее кидайте. Его нету, она сейчас его кинет. У нее смещение по скиллом. Такое бывает. Пикенька. Паша. Паша, бахай. Чё, он у меня, что ли? Не, уже ж всё. Первый раз было у тебя. Увы, Северус, танк, Хилах, Дуду, я, Нареди, Анакриэль, Энника, Эршан, Эрдру, Навальки. Поклонский, у тебя протопал? Друиды, у кого есть бревно еще? Спекайся, Чендлер. Мычу, Чендлер, спекайся, идете на Вальку все. Значит, летать будете в порталах за учитель. Нормально водишь? Катео нормально водишь? Угу. Он за хаты поставь звездочку. Да, звездочка. Если маны на рейде посижу и там хилить нет. Кристобах, каску. Каску магом. И лапу еще. Там длинный ман. Мели мана залейте. Ешь что-то, штруделей возьми у кого-то, ну. Штруделей есть. Возьмите, у Филипца там 60 штук, сука, жопец сидит. Жрите маму, что вы стоите? Просто. Тыкните, тыкните. Берите штруделей. Каску. Можно. Каску по магам дайте. Чек нам. Каску. Каску помогаем быстрее накрыли. Так, отошел. Значит, начинаем, короче. Все друиды. Дуду и я на рейде, короче. Все друиды, значит. Два полипала, Эршан, Навальку. Сильно хилим ее, давайте, фаст. Убили этих мобов. Не срывай. Не срывай ничего. Дима, танчи мобов слева. И справа кто-то стоит. Нет, а ты стоишь. Он и так слева. Не, я так просто. Он спросил объяснять. А, да что тут объяснять? Вот смотри, три вида мобов выходят или четыре, блин. Их надо просто ЛГшки кидать и все. Понял, да? Телефон звонит. Вообще изи. Телефон звонит, короче, где Северус Снейп стоит. Там очень опасно может быть для вас, для жизни. Где черепок, там опасно. Будьте осторожны. Давай разбирайте. Давайте за звездочкой. Звездочкой, не тупите там. Полетели. Мобов бьем быстрее.
со всех сторон быстренько, на ту сторону побежали, разделитесь как-то. Огненный наверху слева. Давайте за портал не могу прыгнуть. Толстый — это значит подавление идет. Вон справа сверху. Побежали туда. Не бьем толстого. Тут убили подавление и направо наверх побежали. Вот, убиваем. Открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Толстый куве, вот ты моба не забрал. Блять, забери его. Сука, блять. Порталы в ебеня. Куве, пока ты бежишь. Ты звездочка. Куве, братан. Я понял, три раза мясорнула упает, нормально? Нет, это у тебя капа меткости. Давайте Геру. Вы со стаками нормально? Геру. Да. Даю дым. На Вальку. Открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Подавление, все мелкие пьем. Кружок поставил, убили. Я излечилась. Тупо порталы в ебенях где-то находились. На мейн роли. Пояс варовский хороший. Форик он уже зайдет. Так, ролим пояс. Куве на ДД, на вилке. Вилкин, ты у нас в гильдии недавно, да? Смотри, с умом юзай эту шмотку. Чтобы дать больше ДПС. Перебей свой код. Так, сейчас будет трэш там внизу. Все спустились вниз, кто не спустился, тут петух. Короче. Бейте тоже по минуте тайду. На синтре тоже все просто. Все, я тут. Короче, кто не курит, тот бьет. Поставь фрилу. Ставлю фрилу. Все спустились вниз, я что-то не вижу. Не. Кого сумануть быстро? Павлу. Бейте этого дурака сильно, бейте его. Вы не должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Короче, отошел, не умирайте никто. ДДшу с властью, да, думаю, что ДПСа нету.
Тима, ты можешь мод какую купить сейчас? Ну да. Могу. На что есть смысл? Не знаю, может, Гера сможешь там кануть. Ну, вообще, да, у меня есть маленький план по рекировке. Потом расскажу. Народ, есть у кого робот починится? Маунта поставлю. Или именно робот тебе надо? Не-не-не, без разницы, починится. Фу, мажор. На шамане все есть. Кузнечка, инженерка, алхимия, ювелирка, горка, трава. А самогон есть? Самогон в банках стоит. Ну ты понял, да? О-хо. Болсевич вчера видел. Паш, ты вчера залитый в хламину, мне это рассказывал вообще-то. Паша, ты что, до сих пор пьешь? Частично. А он попиздиться не предлагал или что-то типа такого? Нет. Романтика. Да, спасибо, починился. Хильте, пожалуйста. Блин, все танки огрят так этого дракона, как будто бы вот это жизненно необходимо. Зачем просто его в рейд, вы мне объясните? Ну просто ради прикола. Просто так. Ну, аргумент. Надо, наверное, Славу подождать. Проводите его пока наверх, убьем, а будем ждать. Надо вот заводить. Да заводите, там войс сидит, мы его хотя бы там захилим. Вон сидит пиздюк. Тяни его сюда. Давайте звезду. Звезду встаньте. А что это такое ролик, товарищи? Тихо-тихо. Все.
Ждем этого войда. О, а Синдрашу теперь остается? Нет. Аня ушла. Так, смотрите, значит. Подходим сюда, все бафаемся. Чек на фука. Значит, в хилах. Так. Так, так, так. Чендлер, давай-ка вердру на этого босса. 5 хилов по хиле. Дуду в ШП. Так. Поклонский тут. Поклонский, подходи. Значит, смотри. Ты квест делаешь. Вот, ездишь на коне. Все нормально. Значит, за длани тебе будет Поклонский отвечать. Ему напишешь, что он тебе кидал или скажет. Так. Танку будет кидать и на крель. Короче, Поклонский, ты здесь? Да. Все, чек на крель. Блэд, что делать? Короче, смотри. Вот я тебе сейчас покажу, что делать. Ты вот встанешь в черепок. Сейчас пока что ход им рейд, друиды. Первую, вторую, третью, четвертую пати, а пятую заход. Не, я поставлю сам, если что. Я в черепке скажу. В черепок встань. Все, заходили, спускаемся вниз, рейд. Быстрее спускаемся в черепок. Вот сейчас иди сюда в черепок, КВ, встань сюда. Вот сюда встань быстрее. Вот стой здесь. Синдру, выбирай в цель. ЛПшки приготовь. Вот тут вот ЛПшки нажимай. Теперь налево иди. Вот красава. Все, ты смог. Бля, лучший там. Понял, да? Смысл? Не надо сейчас, не лови ничего. Не лови сейчас, не надо. Бьем сильно. Бьем сильно, все заебись. Сильно бьем, блядь, стаки. Только не ваншотаем себя. Ну скажи, когда ловить. Пока что смотри. После взлетки первой. То 6 минут пройдут, квест провалит. Хорошо. Беги, малышка, беги! Так, сейчас взлет. Глыбы до половины. Все глыбы. Внимание, блядь. Появятся глыбы. Чем надо убить. Спустились вниз. Друг от друга в рейндж словили. 6 глыб, 5 глыб. До половины ее РДД. Слева падает, спрятали. Вот смотрите, до половины крайнюю тоже. Внимание, не вижу по крайней урона. Треугольник. Спрятали, падает близко. Урбек, как дела у тебя? Почему дамаг получаешь? Спрятали, слева падает. Третья глыба. Узбек, сука, справа падает. Спрячься за глыбу от этого дерьма. Сука, узбек, блядь. Я ж тебе скажу. Туплю, блядь. Что ты тупишь, блядь? Разбейте меня, пожалуйста. Ну, чё, блядь? Эй! Нет, меня убили. Ну и пиздец, короче, твоему квесту. Хатау, поднимай ее. Да поднимай. Так, конскурит, поднимай ее. Сука, РДД нахуй. Ну, сказал, блядь, левую бить. Вы что, блядь, в небо смотрите или что? Почему до половины не добили? Я сказал, кому поднимать, молчите. У меня КД был. Иди уже дыхание лови. Иди лови дыхание. Блять. Где ты у меня там? Так, один стак на тебе, все нормально. Иди еще к боссу, иди встань, где ты там? Вот стой там. Только назад чуть отойди от него. Только лифт не надо. Еще один. Два стака. Здесь. Здесь вы, конечно, ДД, блядь, бьете. Человек умер, блядь, метки, вы понимаете это? Нет, спустились вниз синие метки, блядь. ДД, блядь, РДД, набрал нубов, блядь. Маги, блядь, бесполезные, сука. Спрятались справа падают. До половины все глыбы, 5 глыб, считать умеем? 5 глыб, фуловые стоят. Что в небо смотрим, блядь? Сука.
центре подбейте глыбы две, до половины, блядь. Справа далеко. Вон пишет, тут подбейте, вам подсказывает. Спрятались слева, падает. Там вперед выходили. Левая, стоп, стоп, стоп. Так. А на крель поправь босса. Поправьте босса. Вот, молодец, кого я подбегаю. Вот, теперь там иди. Все, молодцы. Блин, я не поймала, сейчас поймаю. Давай лови, твой последний шанс. У тебя два дыхания еще надо поймать. Это будет уже на фазе, так что следи за собой, отдавай незыблемости, когда они себе освобожден таинственную магию. Внимание, сейчас все метки под босса будут. Приготовились милики. Милики уже ушли. Убегайте. Милики уже ушли. Синяя метка под босса. Отошли от синей метки. Сразу разбили ее, сразу разбили. Сколько дыхания у тебя слобля? Все, у тебя грань есть, иди стой в портале локовском. Не надо там стрелять. Метка под босса. А ударить мне надо, наверное. Блять, не заморозься. Сова, нахуй в сторону бежишь. Давайте спрятались. Снимай. Так, помолчите, ближнюю разбили, вторую подбиваю. Хильте, алло, пьем. Метка под босса, милики ушли, вы не дамажите сейчас. Блять, кот, сука, я тебя вычислю по IP. Разбили две метки быстрее, сейчас в сторону отбить, все. Поклонский, давай в сторону, там не бьют нихера метки. Все, не беги далеко, стой. Следующий под босса, милики, пошли бить метку. Пошли вы там под боссом, сейчас не нужны, блядь. Снимай стаки. Книжок под босса. Красный кружок, не забегай. Все стой, назад шаг. Вот, все стой. Сразу разбиваем. Сразу разбиваем. Следующий быстрее разбей. Следующую быстрее под босса. Сейчас под босса метку также ставим. Ушли милики, ушел Фурик. Сейчас будет притяжка. Вот, назад шаг сделай. Еще, стой. Не бейте глыбу, будет притяжка. Малышка, вот. Беги! Подбивайте чуть-чуть до половины, до 30. Все, разбивайте глыбу. Милики отошли, вы заморозитесь. 4 человека, петухи, блядь. Далее уе. Запад совы, блядь. Вы слепые, синяя метка над человеком, он бежит под босса, блядь. Сука, милики, откуда вы такие родились, блядь? В сторону, в нижок. В сторону, ну, что, в нижок. Все, стой, не беги. Базахи, блядь. Разбивайте АОЕ быстрее. Нижок разбивайте. Следующая под босса. Под босса. Отошел, блядь. Милики, ретрики, уйдите, блядь. Сова, блядь, треугольник. Сука. Конскурит, блядь. Иди скидывай стаки. Иди в рейд встань. Где локовский портал. Не прыгай. Ушли милики, несу под босса. Отходите от босса. Вот как надо ставить. Вот так вот надо ставить. Все, разбили сразу. Разбили сразу. Беги, малышка, беги! Давай метку под босса и сразу разобьем. Все, милики отошли. Вот, красава. Сейчас эту разбиваем. Разбивайте сразу. Следующую сторону разбиваем. Сколько у тебя там минут, посмотри. 3 минуты еще. 3 минуты, нормально. Нет, тут не нужны нам смерти, блядь. Орден выбить, да. Разбейте мет. Стоит фрилук. А, ну и бог. Бери. Ну пусть стоит, блядь. Так, Куве разрали вы покорителя. Северус Нейв. А можно себе забрать, я как раз про печенье. Вот ты. Ну, роли, мне тоже нужно. Рольте защитника. Ну
хочу. Эльфин, подойдешь, кинешь обмен. Да, да, поднимут. Пароль тебе память. Кому кроме Эрдро память еще идет? Так, Даскон запомнила. Я сейчас квест дам. Давай быстрее. Поднимите, ребята, или самому убежать? Четыре человека. Метку левую. Какую левую, я не знаю. Ну и что, что били левую? Не били, нихуя не разбили, ничего, блядь. Ну и что теперь? Сделал квест ДК, блядь, повезло нам, потому что я хилил. Потому что я хилил. Сейчас вар и друид, я сейчас приду на реча, кините мне обмен. Я вам отдам печеньки. И, ну, печеньку и кольцо. Бегите к речу быстрее. А кто-то может меня в очередь поставить? Это Олег делает, ему напиши. Так, Нильфем или как-то так, обмен, пожалуйста. Да, вот я бегу. Стою возле шкафа. Бегу ключу только наверху. Окей, друид, Дакскон. Даксон. Так, ну типа, какие советы будут по хилам, блядь? Не хочу три хила тут падать, блядь. Так останется в хиле, там что-нибудь кинешь кого-нибудь и все. Да если хил нормальный, то тут хилом можно захилить. Главное, чтобы комнату накинуло. Так, вар, прошу. Так. Так, ну на крест. Спасибо. КВ, короче, вот смотри сюда. Смотри на звезду. Вот это вот, вот это. Вот эта точка, это центр называется. Понял, да? Визуально. Видишь, все шипы на тебя смотрят. Вот тут ты должен ставить лича. Понял, да? Вот, вот сторону сюда, вот сторону сюда от центра. Если здесь люди в звездочке стоят, то летят они вот так вот к краю, по направлению шипов. Примерно, блядь. Понял, да? Ты должен ставить босса в центре, спиной в ту сторону, куда стоит метка. Все легко и просто. На переходке, значит, ты стоишь лицом на протопала, поворачиваешь лича, шаркающий появляется перед мордой лича. Неужели прибыли наконец? Хвалю. Хилы тебя хилят. Света. Все заебись будет. Мне бросить ледяную скорбь. Там, где вали, спиной к метке. Да, правильно. В фазе. Тебе быструю смерть, Артас. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил. По стандарту сюда на угол или куда? Что на угол? Какой угол? Ну сюда пойдем или нет? Анакриэль, иди. Там сюда. Это Герем. Анакриэль, звезду встань. Я не буду слушать. Вот стандарт. Вот тут ты танчишь. Вон там вон рейд стоит. Вон там вот портал стоит. Вот. И вот тут вот как раз ваши 2 секунды, чтобы добежать до квадрата с трэшем. ДК. ДК ты стоишь вот здесь, вот встань здесь. Где ты, блядь? Вот. Подойдет лич лицом его квадрат. Вот, все правильно. Чуть назад квадрат. Значит, милики, когда говорю чума 5 секунд, ваша задача, блядь, приготовиться бежать к квадрату. А ДК, блядь, не стоять, а подойти к личу ближе, чтобы на тебя чума в жопу тебе не перекинулась. Понял? Нет, чума 5 секунд. 3 секунды. Внимание. Смотрим на ком. Секунда, чума. Приготовились. Дудутипка побежал. Не спорил. Крега, давай. Че, исчезла что ли или че? Исчезла, походу, сука. Ну че, будем делать? Чума, секунда, внимание. Смотрим все. Побежал маг. Вот, назад.
это. Че, моб с чумой? Моб с чумой. Забери кружок быстрее. Забери мелких. А накрель кружок. Быстрее, быстрее. Кружок, сука, не эту хуйню. Кружок сейчас в рейде, умрет с чумой. Быстрее кружок, таун. Ёбаный по голове. Диспел смага, смага, диспел, быстрее. Забери. Чума, секунда. Чума, вот я бегу. Вот я диспелю. Вот убежал. На крае быстрее. Не сдохните так, сакру дай. Таунти, притяжка его. Понял, да, кого тащить? Гневный дух. Так, ханты, мать, бьете сферы. Раз, два, три, сфера летит. Сферы, весь рейд. Гимн, прочитайте. Живые, да не бойся, успеем их слить. Даю гимн на маму точно. Крель не падает. У тебя что там? Чума есть? Есть, есть, да старт всё. Кричи, если дерг хочет. Сферы бьем, не забываем. Когда скажу, незыблемость отдарит. Когда скажу, сферу сильно все сыграют. Блять, ты еще скрыл. Каплю, 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 каплю. УВ не отдал, отдал танчи. Все стали. Блять. Звездочку встали быстрее. Всех валик бьем. Вышли теперь из подвала. Валик разбили. Так. Хатай. Не хатай. Вот, может Геру дать? Блять, а чё у валик не разбиваете? Дайте Геру. Замедления нет. Так, хуйня это всё, блядь. Нет, это не херня. Их никто не замедлил. Только хан. Так, я стан дала в начале. Три вара, давай. Как там, блядь, тебя? Нальфейн, кружок, подрезать сухожилие. Давилкин, ромбик, подрезать сухожилие. Варден, трусы. Понятно? Если не будет замедленный вали, блядь, пиздец вам. Может Киру дать, алё? Давайте, блядь, звездочку. И вышли, вышли теперь. Беги, вот, молодец, вперед, красава. Лича, отведи. Все валик бьем. Валик бьем, вижу за подрезанных сухожилий. Этого не бейте, который в ту сторону летит. Не убьете. Бейте, блядь, сука, быстрее. Вот, бейте лича. Сейчас РДД на рейндж, милики вышли отсюда, отведи лича оттуда. Потом в центр поведешь. Вот, милики вышли, сейчас будет лужа. Потом сбежимся туда, блядь. Только сейчас рост дали. Даксон, смотрите, вот эта лужа, выйдите с нее. Шаман, ты кастуешь в лужу. Побежали к личу быстрее. Взяли лужу. Все, бейте лича, пошел нахер. Бейте лича. В центр. Не надо в центр, бейте лича, сейчас переводить. Так, на край веди, на край веди. К звезде повели лича. Квернение осторожно. 1% вышли с квернения, вышли с лужи. На край быстрее, вы сейчас сдохнете от зимы. Бой, ты в хиле сейчас или? Да, да. Вы бы ФДД, мы бы упали. Бьем духом. Два танка, сферы. Бьем все РДД, сферы. Не вижу, сфера уже долетел. Убивайте сферы, как только. Сферы. Хант, выйди из-под мод. У тебя нормально дела? Нальфейген, не срывай, блядь, духа. Духа подтвердите от рейда. Две сферы. Три сферы. Усал, здесь пыльте. Все
диспелю? Сферу, сферу все, сферу играем. Иди лови. Иди таунти лича. Лича на краю, лича на краю, на краю, сука. Ой, блядь, захил меня. Захильте. Бейте духа. Блядь, чё тут сковы не нежит? Пойдем в другую сторону. Сука, иди лича на другую сторону, на другой край веди. Ну, не надо со мной ходить, блядь. Похлопайте духов, кто может. Добивайте гневного. Попал, лови босса. Все под него БДК. БР, БДК. О, уже все. Баб, дайте БДК, каску. Ёбаный в рот. Что такое? Ты не убил? Ой. Бегайте, а отличаешь. Мы уже не убьем. Меня убило до того, как я в комнату попала. Ты его еще убить должен, не только там каз бить. Ребята, были РСки сегодня или нет? Не было. Нет. Нет. Давай попробуем сейчас собрать еще. Обычку, что ли? Да, обычку. Давайте, побежали. Ну ты кого я понял, да? Все, побежали. На последней фазе, когда духи. Че там? Нужно там духи. Он кастанул духов, да, и ты бежишь на противоположную сторону этого кружка платформы, ты понял, да? Таунтить босса. Он же на накреле был, хуй сорвешь. Так, бля. Короче, смотри, я ловлю духов, ты уходишь к лечу, короче, таунтишь его и все. Я стою в стороне, ну, от лича, как говорится, сбоку. А ты таунтишь леча по центру. Ну, или, блядь, что, на другой стороне. Босс на нем, не надо его таунтить. Зачем таунтить, если босс на ДК? Идешь с личом после каста духов на противоположную комнату. Там, где духи появились, под ними остается накрель. Весь рейд к лечу. Тебе ДК говорит, что босс был не на нем, поэтому он не смог отвести. Поэтому ему сейчас проводим, объясняет, как именно нужно стаунтить с самого начала босса. Так, чтобы он на паладина не переагривался. Начинается третья фаза ДК. Ты стоишь на краю и ждешь лича, понял, нет? А на крель не забираешь лича, тебе это не надо. Да и не забирал я. Все. Давай, Дуду Типка, хила заебался нахуй. Че ты так будет? Читу эту хуйню, блядь, все. Это пиздец какой-то. Ставьте шкаф, может там кто-то в ловушке видит. Здесь нету ловушек. Да я знаю. Прочитайте это заклинание. Ешьте штруди. Давай резко. Давайте я вас резну. Отпивайте ману. Дали фулба быстрее. Тала, ты долго будешь идти к нам? Вот. Запускаю. Ты чего это там сделал? Не захилил, что ли? Я не знаю, он какую-то хуйню кастанул, этот дух, какой-то взрыв, бля, и меня убили. Ты должен был сбить крас. Мак, огнежок, ты там улетел на майке, ты стоял не в толпе. Ты должен был крас бить и захиливать еще того МПСника, что там скажет.
Да еще учитель. Да, стой, короче, в толпе. Сука, учитель не стоит с рейдом, блять, и улетает. Негодяй, блядь. А, бафните приступа, да. Да есть приступа, все заебись. Я не буду слушать твои отчаянные. То же самое дело, да? Типка дисплей. Послужит доказательством. Безграничной мощи. Да будет так, герои! В атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. Ума 5 секунд смотрю. Он летаем по между. ДД встали звезду, блять. Вы близко к шаркающим стоите. Отошли, блять, быстро в звезду. Встали левее, блять. Коферти, блять. Кто там еще? По никам вас называли. Чума на вас перейдет, блять, и пиздец. Чума 5 секунд смотрит. Секунда. Внимание, ДД. Вверх побежал. Быстрее, быстрее, диспелл. Назад побежал. Куда ты под морду бежишь, блядь, сдохнешь так. Всем здорово, ребята, привет. Здорово, тихо, не ори. Ну и дича прям. Так. Чума 5 секунд, смотрим. Внимание, третья чума. Шаркаря забирает. Чума, секунда, смотрим. Огнежок, блин. Диспел его, диспел. Вот обратно. На край побежали, на край быстрее, на край быстрее. Буду типка щитуй. Приготовились духов бить, приготовились. Убили этот трэп. Спокойно манывает. Пою на ману. Второй гнев убивает рейд. Второй гневный дух. Танки. Взять. Киль танка. Типка. Смотри за накрелью. Накрелью посидели. Третий дух появился. Вот он. Кружок поставил. Алло, бьет ДД. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Звездочку встали. Нет, давайте. Внимание, боже. Всех бьем. Всех бьем. Ромбик стан. Дайте, дайте какие-то станы в ромбик. Разбивайте валик быстрее. Те, кто вперед летят, их и бейте. Остальных кливы. Разбили. Вышли из подвала. Вот. Сейчас будем немножко вот так вот лететь. Смотрите, когда, значит, первая валька спускается из трех, сразу бежите. Первая, вторая налево, третья, четвертая, пятая направо. Это будет осквернение на ком-то. И там будет написано белыми буквами по черному. Осквернение на мне. От этого надо отбежать от человека. Приготовили. На счет три побежим. Побежали. Право-лево, право-лево, побежали. Побежал. От него отбежали. Валик. Валик. Не стойте в черной луже. Передних разбили все быстрее. Вот меча. Сейчас на рейндж ушли все милики, когда скажу выбежать с центра. Не надо центр сейчас залезть. Милики от меча вышли, вышли к глыбе, ушли отсюда. Ушли не на 5 метров, а на 25.
Археон, отошел, отошли от черепка, пошли к лечу, пошли к лечу, пошли к звезду. Убеги по луже, встали в звезду ровно, ровно в звезду в одну мерку. Хант, разлей лужу, трапу поставь сейчас. Сейчас валик разобьем и переводим. Так, это лок. Два лока. Одну сову бьем. Убили треугольник. Лича веди на край. Лича на край, лича бьем. Сильно лича. Локи вернулись, молодцы, переводим. Весь рейд, звезду быстрей, за звездой! Свернение, разбегись. Свернение, вышли. Вышли, не бегите в черную лужу. Вот, сейчас переходка, вы не увидите от зимы. Встали к краю близко, чтобы вас не задамажило вот это сейчас ОЕ, смотрите. Хоп, такой прыжочек, да, нормальный? Вот, смотрите. Так, что там? В Неново. Дайте маны ДЦ, совы. Совы, дудутипки, маны. Дудутипка, пятая пати. Духов сильно играем, сейчас сверху. Так, птички, стою, бейте сферу, блядь. Вот. Готовим. Скоро переход. Забери, ну. Захил, захил, захил. Ты чё там? Не теряй дух. Хилы, приготовьтесь захилить. Сейчас исповедь отдай, в кого комнату заберет. Кого же? Захил. Он не там с бейкап. Не как я. Он с собакой только. Собаку вызывал. Мануша ману. Так, лич призвал духов в центре. Куве, как ты слушал, когда я тебя учил, блядь? Ушли все к трону уже быстрее. Под ступеньки встали. Быстрее, быстрее. Лужа, сова отошел. Кто там? От черепка отошли. К лечу встали быстрее. РБД. Иду духов похлопну, что ли. Ману шаману. Ману этому дураку. Шаману. О, зловещий дух. Теперь играй трон-портал, трон-портал, вот портал, видишь, все в портал уже должны прибежать, под выбой никто не стоит, только протопал. Лужа, вышли, милик, вышли из-под лича, все, быстрее лужа на мне, смотрите, нормально все. Бьем лича. Блять, не вижу. Протопал плохо. Блин, все таунты. К трону, снова ноль тайма. К трону уже ушли. Сквернение вышел. Притвориться мертвым надо. Не бегите в черный лук. Блять, когда еще? Опыте духов и потом к порталу бегите опять. Бегите к порталу и уже добьем там. Беги к порталу, бегите к порталу. Вот, оскорбление 5 секунд. Все, милики вышли из-под лича. Вышли из-под лича, лужа. Все, добивайте, короче. Скоро, скоро, скоро. Все, эро. Вайп.